До начала учебного года остается все меньше времени. Образовательные заведения Твери активно готовятся к возвращению ребят после каникул. Не исключение школа номер 20. На днях там побывала руководитель Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова. Вместе с родителями и администрацией учреждения она обсудила вопросы безопасности учеников. Вот так встретили волонтеров у школы номер 20 в Твери. До начала нового учебного года осталось совсем немного. В преддверии этого события учебное заведение посетила и координатор проекта «Мы вместе» Юлия Саранова. Она встретилась с учителями и родителями школьников, чтобы обсудить подготовку пришкольной территории к новому учебному году. К обсуждению также присоединились депутаты Максим Сульман и Лилия Корниенко. Самое большое число вот именно таких сообщений, которые мне пишут люди, они касаются подходов вот к школам, детским садам. Когда мы говорим о безопасности, самое важное – это то, насколько безопасна среда для наших младших жителей города. Поэтому на этот аспект, мне кажется, нужно обратить особое внимание. Юлия Саранова и Лилия Корниенко детально обсудили данный вопрос. В итоге родился новый проект, который может сделать дорогу в школу для детей более безопасной. Программа «Тропинка школьная моя» 1 сентября. Но эта программа должна быть городская, с участием, может быть, депутатов каждого своего округа, где мы включим вот благоустройство вот этой тропинки, чтобы дети шли в школу, не спотыкались. Благоустройство пришкольных территорий продолжается. Юлия Саранова рассказала родителям о проекте «Добрая Тверь». Совместно с педагогами были разработаны такие специальные уроки, которые рассказывают в игровой форме ребятам, что такое добровольчество, что такое благотворительность и о том, что помогать – это просто. Этот проект успешно уже был реализован при поддержке фонда президентских грантов в прошедшем году. Подобные уроки проходили в 10 школах нашего города. После занятий ребятам предлагалось принять участие в различных благотворительных акциях.